В реале куришь? Да, у меня что-то бронхи болят. Тебе 25? Нет, мне не 25. Странно, я думаю о тебе больше. А сколько бы ты хотела? Я бы хотела, чтобы у тебя было столько, сколько есть. Так, говори. 50 сантиметров в холодной воде. Ордынская шутка. А, окей, да. У нас же в Орде все большое, поэтому мы любим над ним шутить. Да, понятно. Хотя древние мужчины, они тоже не маленькие. Сами они не маленькие. Мы поговорили, что у них там все маленькие. Да, да. Ты, наверное, там смирял. Так а мы же, если ты заметила, постоянно в штормляд приходим и замеряем, замеры делаем у каждого. Да, мне это бесит, потому что Орда постоянно в шторме, я не могу сходить на аукцион. Мне всегда надо портоваться в Даларан или... Да, потому что святилище я тоже не могу, я не инженер. Или выходить на часа два. У тебя есть выход. Орда и святилище приходит. Ну да, это точно. А, я тебя видела там, торнадо тоже. Ты играешь за сову, не знаю. Один раз тебя там что-то побили. Ты там что-то локал. Думаю, что такое? Один пришел туда. Точно, я тебя вспомнила теперь. А ник-то у тебя как по-русски пишется? Я просто сообщу ребятам, чтобы они тебя больше не трогали, если будем приходить в Штормград. Да, вы все равно меня не можете трогать, потому что у меня выключен режим ПВП. Да, меня и так никто не трогает. Если это столица, ты можешь нажать, режим ПВП отключен, и ты синий, потом, если ты не начнешь бой, тебя невозможно убить. Ах, я хотела спросить, так вы же ездили сегодня шоперами, или как их там... Да, шоперами. Да, ты тоже там был? Был, снимал. Может, видео скоро выпущу. Через дня два. Заходи на мой канал, посмотришь. Я хотела выйти там из портала, из определия, и меня сразу убили. В шоке было. Да там много вас было, стояло. Я просто вышла с портала, и там нагрузилась, и потом цак, меня убили. И я вас потом провожала такой вороной, летала за вами. Потом мне что-то надоело, я стала заниматься, чем я занималась, деликами, наверное. Так куда вы ездили-то с вами шоперы? Просто так, что ли? Да, на шоперах шопиться ездили. Понятно. А я думала, вы какой-то смысл был, типа... Не, мы же Орда, мы за Украину. Да, и за Украину ездили тоже. Да. Понятно. У тебя голос просто красивый, сразу чувствуется. Ты украинский акцент у тебя, да? Ты с Украины откуда? Нет, я с Германии. Я часто слышу, что я с Украины. Но вообще-то украинцы, они же говорят всегда «шо». Вот это поворот! На германском, да, я понял. На немецком. А ты где живешь? Я из России. Окей. Город у нас небольшой, Кизан. Кизан? Нет, только не знаю. Кизанская область, Кизан. Казань, может быть? Не, Казань это Казань, у нас Кизан. Город Кизан, он небольшой, такой поселок. А, понятно. Ну вот смотри, вот ты увидела сейчас меня, торнадо что увидела, агрессивного упрека повидала. Все-таки, не, упрека не знаю. Упрека не знаешь. Ну да, его в принципе никто не знает. В реале он вообще такой красивый парнишка, сексуальный такой, у него черная такая челка, веснушки. Черная челка, веснушки, это как? Что-то не совпадает вместе. А ты чего не спишь? А я сама. Я работаю и учусь. У меня сейчас... Алло. Блин, интересная для девчонка. Переходи за Орду. Да что переходить, у меня есть там персонаж. Просто я вообще не прокачала. И вообще, я заметила, что за Орду играет всегда школу. Постоянно, когда я иду в инсты качаться, там одни маты пишут. Ну, за Лянс, конечно, тоже, но меньше.
хорошо. Боже мой. Хватит меня провоцировать. Это он подбрёл. У меня тоже была раньше такая программа, чтобы менять голос. Вот он пару раз попользовался, и теперь у него голос в реале такой стал. Все, мечтам. Полный абзац. Бедняжка. Почувствовала. Спасибо. А что ты любишь вообще? ПВЕ, ПВП? Мне кажется, мне ПВЕ больше нравится. ПВП мне что-то не получается. Получается, да? А ты, наверное, больше ПВП любишь. О, у нас так холодно. Ох, как намек, я понял твой намек. Высылаю тебе шубу. Я хотела посмотреть стримы, но там ничего интересного нет. Одни БГ, арена и убивать Гороша. Все уже было, все уже видали. В стримах это ты чего хотела увидеть-то? Ну, я хотела бы увидеть, чтоб там... Ах, я даже не знаю, что я хотела. Что-то интересненькое. А кто тебя в Warcraft привел? Вообще-то мой брат начал играть, и я сначала думала, блин, что такое убогая игра, там какая-то, все сверкает, мигает. Это не стрёмно выглядит, не для взрослых она. А потом я через пару лет сама начала играть. Я думаю, что, в принципе, так у всех. Да. Ну, я вообще-то ее скачивала, то убирала, потому что я вообще не знала, что делать. Пока мне кто-то нашелся, пока объяснил, как она вообще функционирует. В игре или нет сейчас? Да, в игре. Потому что MMORPG я еще никогда не играла, это моя первая игра. До этого я играла всегда в Super Mario, ну или Tetris. Ясненько. А как ты в Германию попала? А мои родители переехали, они с собой с меня взяли. Пришлось ехать. Прикольно, а давно переехала? Ага, в 89-м. Сколько тебе лет тогда было? Мне тогда было 11. Ты в Германии уже бывал? Да, часто езжу. У тебя тут родственники живут? У меня там просто знакомая девчонка живет, раньше там встречались. У нее в игре лакштинник, не знаю, видела, не видела. Вот я ее кинул, короче, я сейчас... В Орде ходит на меня злая. А, у вас типа был роман, и потом да. Вы не сошлись, и теперь она тебе мстит. Да, во, блин, откуда ты знаешь-то? Да, девки такие. Я один раз зашла в Медище, мне кажется. У него там какой-то еще канал есть. Там у меня друг всегда играл. И я хотела с ним побегать. Так он как начал меня... Если ты не ленивая жопа, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ах да, расскажи своим катанам и подружкам. Чем больше нас будет, тем больше и интереснее будут видео.